В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Вот разметили. Разведка очень важная. Что у нас получается? Согласно нашему чертежу, вот, у нас получается, что мы здесь прямоугольное такое отверстие подготовили. Как я и говорил, добавили снизу сантиметр, для того, чтобы нам уйти от первого, второго, третьего дыма, то есть мы добавляем снизу и сверху сантиметр. То есть у нас вот это расстояние, ширина, по 2 сантиметра больше, чем вот эти 30. То есть она у нас должна быть 32. 32. Вот если мы ее померяем, вот у нас будет 32. Значит, мы ее сделали правильно. Ну, соответственно, то же самое у нас по длине. То есть длина у нас на 1 сантиметр. На 1 сантиметр она у нас больше. То есть мы добавили сюда сантиметр слева и сюда сантиметр вот к этой ширине еще 1 сантиметр. Вот. Таким образом, нам сейчас осталось добавить на фальс. То есть фальс у нас будет 5 сантиметров, 50 миллиметров. То есть мы сейчас добавляем к этим горизонтальным, вертикальным линиям 50 миллиметров. Итак, мы подготовили наше прямоугольное отверстие. То есть вот так вот оно выглядит. Вот здесь у нас расстояние 50. Здесь у нас расстояние тоже 50 слева. Ну и вот этот у нас соединение такое по диагонали. Слева, снизу, сверху и справа тоже. Вот это вот, тоже у нас линия по диагонали. Снизу, сверху, справа. Это у нас будет вырезаться по этой линии. Вот так вот. Сюда. С правой стороны, сверху, снизу. И отсюда у нас тоже будет вот по этой линии. Будет сделан рез снизу. И будет рез сверху. То есть фактически мы должны вот так вот вырезать сейчас вот это вот прямоугольное наше отверстие. Вот, и сделать вот эти вот резы. Для того, чтобы нам поднять вот эту кромку 50. Вот эту кромку 50 миллиметров. Сейчас мы этим и займемся. Вот так вот выглядит издалека наше прямоугольное отверстие посередине. И сейчас мы будем его вырезать. Вот сейчас многие отверстия делают или молотком удаляют посередине вот здесь вот. А лучше всего делать отверстие. Сделать.
Немножко уже вот надо. Надо сделать. Чтобы есть. Так, ну, сейчас будем вырезать. Вырезать будем вот такими вот ножницами. Вот это ножницы. Радиусные называются. Почему? Потому что у них изогнутое такая вот такое лезвие. Изогнутая, вот его видно, оно изогнутое. Ну, сейчас мы его подальше сюда ставим. И в сторону. Офигеть. Курил. Налево, можно направо. После этого уже можем двигаться куда нам получится. Вот так. Сначала вот этими радиусными. Так они левые, поэтому налево убиваем. Можно взять уже ножницы попроще. Я люблю резать вот этими ножницами. Ну, лучше, конечно, довести до линии, потому что нашими ножницами, которые у нас есть, экраны, это будет сложнее делать. Хотел, надо немножко прямо. Ну, сюда. Поэтому можно воспользоваться вообще подрезными ножницами, вообще не надо работать. Берем, сейчас, и поворачиваем. Вот там, где нам надо, как раз. И оно и спокойно и резать. Душа, рядом, спеша рядом. Вот здесь вот будет поворот. Вот тут же. Так вот раз. Поэтому вот приноровиться надо и опыт. Можно дальше делать. Эти подрезные ножницы, они имеют лезвие, которое с насечкой. Вот. Ну, таким образом вот мы продолжаем наш рез. Привет, на связи Михаил, менеджер Укалтес. Хочу в двух словах рассказать о нашей замечательной и легендарной кровельной компании по продаже кровельного инструмента онлайн.
УК «Алтес» специализируется на поставке профессионального инструмента по листовому металлу, специализированного кровельного инструмента, кровельного крепежа, специального кровельного оборудования, листогибов, гильотинных ножниц, вальцовочных станков и зиговочных машин. Компания работает с более чем 45 регионами России. Заказывайте весь кровельный инструмент в один клик на нашем сайте altesdefis.ru. Доставка в срок, оплата за нал и безнал, бесплатный звонок 8 800 505 48 60.